Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы поговорим о романе Евгения Онегина «Пушкина», который по праву можно назвать не только достоянием русской, но и мировой литературы в целом. Характеризуя достоинство произведения, литературоведы указывают на целый ряд оригинальных и вместе с тем устремленных в будущее качеств. Прежде всего говорят об уникальности жанра Евгения Онегина. В самом деле, ведь это роман в стихах, точнее социально-бытовой роман в стихах, которому свойственна особая онегинская строфа с ее гибкостью, изяществом, легкостью в изложении мыслей, чувств, событий. Являясь, согласно известному определению Белинского энциклопедии русской жизни того времени и самым задушевным произведением Александра Пушкина, Евгений Онегин сочетает в себе романтические черты и поразительно реалистичную достоверность. Действие романа разворачивается не только в блестящих аристократических центрах Москвы и Петербурга, но и в провинциальных усадьбах. Мы знакомимся с разными героями, представителями дворянства, городского населения, крепостного крестьянства. Поразителен язык романа. Пушкин вводит в стихотворный текст диалоги и авторскую речь, письма, обращения самого поэта к читателю, вопросы, восклицания и многое другое. Более того, книжно-литературное повествование перемежается со словосочетаниями просторечия, оборотами устного народного творчества. Один из самых тонких и проникновенных создателей образа Евгения Онегина в кинематографе, английский актер Ральф Файн, однажды сказал: «Онегин стал одним из моих любимых героев, лишних людей. Я полюбил живущие в нем противоречия, его таинственность. Мне захотелось разгадать его загадку, узнать, кто он. Фильм уже закончен, но я продолжаю думать о нем. Мой диалог с Онегиным все еще длится». И далее он добавил: «Возможно, сам Бог поручил русскому народу до конца своих дней пытаться найти ответы на такие фундаментальные вопросы, как «Кто мы? Откуда мы пришли? Зачем?» Вопросы важны для всего человечества. И благодаря этим попыткам рождаются шедевры музыки и литературы. Ничего не могу с собой поделать. Я увлечен. Я очарован Россией». Общеизвестно, что по роману Евгения Онегина была создана не менее гениальная опера. И то, что ее автором является никто иной, как Петр Ильич Чайковский, сегодня представляется вполне логичным. В чем, на ваш взгляд, состоит главное значение оперы Чайковского «Евгений Онегин»? Ну, на мой взгляд, основное значение в том, что Чайковский сумел воплотить в этой опере свой идеал эстетический, интимной, но сильной драмы обычных людей. То, что потом в конце Татьяна становится грандамой, то, что она становится придворной дамой, это все никак не влияет на вот это, так скажем, захолустье, да, в котором Татьяна выросла. И, собственно, только выйдя замуж за Гремина, она поменяла свой статус. И, собственно, еще важность самой оперы в том, что Чайковский воплотил в музыке всю русскость, которую, собственно, можно было. Это и первый акт у Ларины, где они варят варенье, где звучит «Слыхали львы» дуэт. Потом сцена письма, там тоже исключительно русские мелодии. Сцена с няней, то же самое. И, собственно, вот это то, что он тем самым как бы восславил Россию в этой опере, еще раз повторю, про простых людей. И, собственно, то, что его необыкновенная мелодичность, его необыкновенная изобретательность в музыкальных образах, она, собственно, послужила ему и за границей, потому что он ездил в Париж, ставил свою оперу, в Штаты ездил тоже, и все были в восторге от русской музыки, и тем самым он как бы пропагандировал ее и проводил в свет. Несмотря на то, что эти два выдающихся автора творили в разные исторические периоды, опера «Евгений Онегин» была завершена в начале 1878 года, они во многом родственны в своих творческих поисках. Подобно Пушкину, Чайковский устремлен к реализму и передает в своем творении жизненные коллизии как психологическую драму, разворачивающуюся в повседневной жизни.
Безусловно, и тесная связь музыки Чайковского с самой природой русского искусства, которая не ограничивается фольклорными традициями. Композитор воплотил собирательный образ русскости, России, российской действительности в ее многогранном проявлении. С помощью обобщенных народно-песенных интонаций, обнаруживающихся в русской городской музыкальной среде и сочетая их с эмоциональной открытостью, искренностью и мелодичностью, Чайковский завоевал симпатии не только отечественного, но и европейского слушателя, способствуя международному признанию русской музыки во всем мире. С великим русским поэтом Чайковского роднит и ненавязчивое учительство, сострадание к людям, сочувствие их немощам и горестям, иными словами, истинный гуманизм в общечеловеческом понимании. Однако вернемся к Пушкину. Как же был создан бессмертный роман Евгений Онегин? Каким образом в истории его появления обнаруживались изменения со стороны самого автора в отношении к своему герою? К работе над Евгением Онегиным Пушкин приступил в Кишиневе в ноябре 1823 года. В своих письмах поэт сразу стремился определить характер представляемого им героя, утверждая его оригинальность в сравнении с Дон Жуаном Байрона и романтическим героем с «Кавказского пленника» поэмы самого Пушкина. Евгения Онегина Пушкин писал более 7 лет. Стремившийся всегда к верности изображения действительности, поэт в данном произведении неуклонно продвигается к реализму. Александр Сергеевич писал роман и в Одессе, и в Михайловском, и в Петербурге, и в Болдине, в разные времена и при разных жизненных обстоятельствах. На протяжении всего периода создания произведения многое менялось не только в России, но и в самом поэте, и все эти перемены находили отражение в тексте. Можно сказать, что Евгений Онегин в процессе своего создания все более обретал черты поэтической хроники русской жизни и становился своеобразной поэтической историей. В годы создания романа Пушкину пришлось пережить ссылку, потерять многих своих друзей, испытать горечь гибели выдающихся представителей русского общества того времени. На протяжении 8 лет с 1824 по 1832 годы роман печатали отрывками и отдельными главами, так что современники могли только реагировать на каждый новый фрагмент, не зная, что за ним последует. Отрывки из романа печатались также в журналах и альманахах. Появление каждой главы произведения становилось большим событием в русской литературной жизни того времени. О непосредственной связи романа с реальным русским обществом 20-х годов XIX века свидетельствует собственная история формирования сюжета. Одной читательнице Татьяна кажется обязана своим замужеством. Как вспоминал Вяземский, одна умная женщина, княгиня Голицына, царствовавшая в Петербурге из заграничных салонов, сердечно привязалась к Татьяне. Однажды спросила у Пушкина: «Что думаете сделать с Татьяной? Умоляю, устройте хорошенько участь ее». «Будьте покойны, княгиня», — отвечал он, смеясь, — «выдам ее замуж за генерала-адъютанта». Легко может быть, что эта шутка предрешила судьбу Татьяны и поэмы.
опере Чайковского знакомство с семейством Лариных начинается в их усадьбе. Элегически светлый дуэт Татьяны и Ольги «Слыхали львы» на текст стихотворения Пушкина «Певец» выдержан в духе русской бытовой романсной лирики начала XIX века. Изложение Пушкин незримо заставляет нас думать не только о жизни русского общества 20-х годов XIX века в связи с такими вопросами, как судьба лучших представителей дворянской молодежи того времени, соотношение свободы мыслящей личности и диктата светского общества, но и о вечных проблемах, касающихся также и нас, живущих в веке 21-м. Среди таковых вопрос об осознании современниками истинных и мнимых ценностей, проблемы поиска смысла жизни, понимания сущности любви и ее соотношения с долгом, честью, представление идеала женской красоты в наши дни. Пушкинский роман неисчерпаем для думающего читателя. Онегин многогранен. В нем взаимодействуют не только черты различных героев-предшественников, но и разных жанров литературных традиций. Сама личность Евгения Онегина оказывается как бы ускользающая пытливого ума аналитика. Его невозможно однозначно трактовать, и в этом его уникальность. Более того, любую попытку четко определить онегинские черты автор стремится упредить каким-либо возражением. Значимым в Онегине является особое русское переживание разочарованности. Если в западноевропейском сознании неудовлетворенность, пессимизм рассматриваются преимущественно как следствие несовершенства мира, которое нужно во что бы то ни было изменить, то в русском разочарованном герое, в глубине его грусти, всегда обращение к самому себе, стремление посмотреть на себя со стороны и ответить на вопросы «Кто я?»,
что со мной происходит, где я нахожусь, как я живу. Несмотря на увлеченность Пушкина-Кишиневского периода идеями декабристов, его поэтическое творчество, предшествующих роману нескольких лет, свидетельствует о наступлении в нем периода разочарования, повлекшего глубокое раздумие о человеке, бессмертный вечный образ Онегина. А что же Татьяна? Кто она для нас сегодня? Каков ее посыл современному миру? Татьяна Ларина представляет собой сложный, глубокий, многогранный женский образ, который находится в непрерывном развитии на протяжении всего произведения. Отношение самого писателя к Татьяне очевидно. Она его милый идеал. Он восхищается своей героиней, сочувствует ей, поддерживает. В описании Пушкина Татьяна предстает крайне сдержанной и скромной. Она дика, печальна, молчалива, не разделяла интересы своих сверстниц, в детстве не играла даже в куклы, все время проводила за чтением книг. Сначала предпочитала страшные рассказы, а позже, повзрослев, полюбила французские сентиментальные романы. Кстати, Татьяна плохо выражала свои мысли по-русски. Свое любовное письмо к Онегину она напишет на французском языке. Будучи тонкой, восприимчивой натурой, Татьяна чувствует красоту природы и наслаждается ею. Ее душа находится в полной гармонии с живописными сельскими пейзажами, среди которых она выросла. Она увлечена преданиями простонародной старины, что вместе с чтением книг придает Татьяне черты сходства с русскими дворянскими девушками ее возраста. Любовные романы оказали на нее столь сильное впечатление, что в ее воображении сформировался идеальный книжный образ, который она мечтала встретить вживую. Увлечение книгами и отсутствие жизненного опыта явились предпосылками главной ошибки Татьяны, позволив наделить Онегина качествами, которыми он никогда не обладал, идеализировать его. Татьяна воображает, что перед ней прекрасный Грандинсон, поэтому влюбляется не в настоящего Евгения, а в плод своей фантазии. Посылая ему письмо, Татьяна поступает как героиня своих любимых французских романов. Изнемогать от любви в письмах к загадочным незнакомцам – это обычное дело для литературных персонажей. Но, несомненно, и другое. Наряду с загадочностью героя ее привлекает подсознательное ощущение того, что за внешним холодом Онегина скрывается глубокая душа. Вместе с тем, в конце романа, когда Евгений понимает, какое сокровище он упустил, Татьяна занимает принципиальную позицию, свидетельствующую о ее глубокой человеческой порядочности. Она не готова ради страсти пожертвовать своей семьей и предать мужа, которого ценит и уважает.
Идеал, который представлен Пушкиным в его бессмертном романе, содержит те качества, которые сам поэт наиболее всего ценил в женщинах – доброту, порядочность, нравственность, богатый внутренний мир, духовность, способность любить глубоко и нежно, быть верной, заботливой женой и настоящим другом, соратником. Татьяна – самый возвышенный образ Евгения Онегина. В ней удивительным образом сочетается русское поэтическое народное начало и романтизм в его западноевропейском выражении. Ее преображение в богиню царственной Невы, княгиню-законодательницу Большого Петербургского света не означает утрату национально-народного содержания. По мысли известного исследователя Вишневского, такое превращение в глазах Пушкина – это свидетельство причастности к идеальной мировой ступени культуры, к наиболее полной, развитой, иначе недостижимой аристократической форме благородства и достоинства свободной человеческой личности. Аристократизм в этом безусловном, антикастовом, кристально чистом, истинно гуманном смысле глубоко свойственен и самому Пушкину как личности и художнику. Не случайно старинный литевский друг Пушкина Вильгельм Кюхельбекер отметил, что в характере Татьяны присутствуют черты самого автора. Поэт в своей 8 главе похож сам на Татьяну. Для лицейского товарища, для человека, который с ним вырос и его знает наизусть, как я, везде заметно чувство, коим Пушкин переполнен, хотя он, подобно своей Татьяне, и не хочет, чтобы об этом чувстве знал свет. Понимая неосуществимость воплощения музыки всей энциклопедии русской жизни, Чайковский трактовал жанр своего Евгения Онегина как лирические сцены. Композитор сосредоточил внимание на личной драме, которая отражала столкновение стремящихся к счастью и любви героев с традиционным общественным укладом. И в итоге Чайковский несколько изменил образы пушкинских героев, придав иные акценты в их оперном облике. Как Чайковский воплощает произведения Пушкина в музыке? Сохраняет ли композитор пушкинскую трактовку событий поэмы? Очень интересный вопрос. И, собственно, трактовка Чайковского, она не особенно отличается от пушкинской. Единственное, что Пушкин несколько изменил сами образы основных действующих лиц. И несмотря на общее соответствие текстовое, он очень любил образ Татьяны. Он искал поэму саму, когда ему предложили светские дамы написать какую-то оперу, но все рекомендовали ему писать о Навуходоносоре, об Александре Македонском, там еще о ком-то. И вдруг, однако, кто-то из них, из гостей, сказал, что они могли бы вы сделать Евгения Онегина. И у него запала эта мысль, он оббегал весь город, он искал это произведение. Где-то в каком-то развале на краю Москвы он нашел потрепанный сборник Пушкина. И безумно влюбился в Татьяну, безумно восторгался ее чистотой, ее даже нельзя сказать красотой, но во всяком случае внешним обликом. И, собственно, Татьяну он практически оставил без изменений. Но кого он изменил, это Евгения Онегина. У Пушкина там большие характеристики его. А у Чайковского он просто холодный эгоист, который заинтересован только в своих личных желаниях, хотениях, умениях и так далее. Вот кто действительно претерпел, чей образ претерпел изменения, это образ Ленского. У Пушкина он крикун, мятежник и поэт. А у Чайковского он очень нежный, очень деликатный, необычайно влюбленный в Ольгу. И его трагическая судьба до сих пор волнует слушателя. Образ Татьяны, близкой пушкинскому первоисточнику, обретает в опере черты большой душевной зрелости, но более всего Чайковский вносит авторские поправки в образ Ленского. В опере этот герой лишен оттенка легкой пушкинской иронии. Трагизм смерти юного мечтателя, далекого от жизни в своей устремленности к идеалу, представлен в произведении Чайковского с удивительной силой и до сих пор производит глубокое впечатление на слушателей. При одном упоминании об образе Ленского в нашем представлении, в
подавляющем большинстве случаев в памяти возникает облик героя в бессмертной интерпретации выдающегося русского певца Леонида Витальевича Собинова. Кто же такой Владимир Ленский? Богатый, знатный дворянин. Наибольшее влияние на становление его характера оказала Германия. Ленский учился в Геттингенском университете. Владимир остался сиротой довольно рано, и родители мало что смогли дать ребенку в плане понятия добра и зла. Но в этом ему пришла на помощь лирика Гёте и философия Канта. Это пылкий, восторженный характер, который совершенно чужд действительности. Чистая, неиспорченная, страстная душа, открытая всему миру, но так и не сумевшая найти в нем места. Ленский идеализировал тех, кого любил. Еще с детства он был влюблен в соседскую девочку Ольгу Ларину. Наделив ее всеми немыслимыми достоинствами, он не замечал ее ветрености, легкомысленности, душевной пустоты. Будучи вспыльчивым, эмоциональным человеком, он воспринял безобидный флирт Онегина и Ольги как кровную обиду и вызвал на дуэль вчерашнего друга. Так юный поэт погиб в самом расцвете лет. На первый взгляд, этот персонаж удивляет чистотой и искренностью своей души. Отношение к нему не может быть предвзятым, он вызывает лишь самые положительные эмоции. Однако при более близком рассмотрении личности Ленского мы видим истоки пушкинской иронии в отношении к нему. Онегин и Ленский традиционно рассматриваются как антитеза друг другу. Они как волна и камень, стихи и проза, лед и пламень. Однако лед и пламень оказался не столь различны между собой, несмотря на наглядную разность характеров. И Евгений, и Владимир страдали от скуки в сельской глуши и пытались хоть чем-то себя занять. Среди пушкинистов достаточно популярной является теория о том, что Ленский – это прошлое Онегина. Хотя в тексте не очень много информации для обоснования такой идеи. Драма Ленского в том, что вокруг нет ни одного человека, способного оценить его добрые порывы, сделать их более реальными и направить их в правильное русло. Родители мертвы, нет полезного круга общения. Его единственный собеседник – большой циник, а возлюбленный вообще его недостойна. Сам Пушкин относится к своему герою по-доброму и снисходительно. Он сердцем милый был невежда и имел ко благу чистую любовь. Смерть Ленского – это смерть романтизма, которая разбивается в дребезги при столкновении с прозой жизни Онегина. Этим сюжетным поворотом, как и всем образом Ленского, Пушкин иллюстрирует неприменимость философии романтизма к реальности. А что же Ольга? В романе Пушкина она воплощение книжного типа «Северной девы». Всегда скромна, всегда послушна, всегда как утро весела, как жизнь поэта простодушна, как поцелуй любви мила. Ее портрет вполне типичен для героинь популярных в то время сентиментальных романов. И уже с детства младшая сестер Лариных соответствовала представлениям родителей о благонравном послушном ребенке. Ее внутренний мир также безупречен и бесконфликтен, как и внешний облик. Однако Ольга не способна на глубокое и сильное чувство. Она отличается беспечным, веселым нравом и легкомысленностью. В раннем творчестве Пушкина неоднократно был воспет подобный образ. Однако сам автор романа признается, что с годами образ этот надоел ему безмерно. Зрелого Пушкина уже не восхищает холодная красота, за которой скрывается лишь пустота и бездуховность. Такие девушки, как Ольга, являются наследницами практического опыта, продолжателями традиций, поэтому неудивительно, что в романе она повторяет судьбу своей матери. Прасковья Ларина была выдана замуж и увезена в деревню. Из светской кокетки она превратилась в уездную помещицу, заботливую мать, хранительницу домашнего очага. Очевидно, что та же судьба ждет и Ольгу, образ которой помогает раскрыть характер Татьяны. Сестры очень любят друг друга. Обе выросли в деревне, получили одинаковое образование, но при этом они очень разные. Если Ольга типичная героиня сентиментального романа, то образ Татьяны – явление новое и редкое в русской литературе того времени. В романе дается два портрета Ольги, которые показывают ее внешнюю красоту, и при этом нет ни одного портрета Татьяны, лишь подчеркивается ее бледность. Татьяны бледные красы, бледна как тень, сидит неубрана, бледна.
Характер Татьяны раскрывается через описание ее поведения, мыслей, чувств. Ольга – воплощение русской дворянки, призванной продолжить род, осуществлять смену поколений. Какие именно приемы использует Петр Ильич Чайковский для характеристики образов главных героев? Здесь очень интересно отметить, что Чайковский начал использовать индивидуальные темы для каждого героя. Например, вот ария Гремина, сдержанная и напевная, вполне соответствует благородному образу, который воспроизвел в своей поэме Пушкин. Образ Татьяны показан автором в развитии с самого начала оперы, затем в сцене письма, в сцене в саду, Греминский бал и, наконец, в самой знаменитой заключительной сцене. Если для читателя XIX века роман Пушкина был энциклопедией русской жизни, то для нас, обитающих на Земле в XXI веке, Евгений Онегин – это своеобразный камертон, определитель уровня человеческого в нашем современнике. До тех пор, пока мы будем способны находить в бессмертном произведении русского поэта что-то близкое себе, отождествлять собственные поступки с поведением героев, до тех пор человеческое будет сохраняться в нас и даже преобладать. Ведь для того, чтобы подобно Онегину чувствовать глубокое разочарование в жизни, надо быть способным чувствовать ее тайне нечто большее, чем удовлетворение психофизиологических потребностей, сознавать потребность в поиске смысла своего существования. Уподобление Татьяне как минимум требует любви к чтению книг, добрых и полезных, с традиционными представлениями о подлинных человеческих ценностях, не говоря уже о размышлении о прочитанном. Чтобы сопереживать Ленскому, нужно чувствовать непреодолимую потребность в стремлении к высоким идеалам, готовность следовать им ценой собственной жизни, разделять их по мере своих скромных сил. Даже прелестная и легкомысленная Ольга, воплощение внешней красоты и вместе с тем хранительница семейного очага, грозит сегодня уйти в прошлое вместе с эпохой пушкинских героев и поклонников его бессмертных творений. Так сохраним же этот роман как настольную книгу, передадим Евгения Онегина будущим поколениям. Это гениальное произведение не только представляет удивительные, неисчерпаемые по возможности интерпретациям характеры, личностные типы, но и формирует их.